По данным единой дежурно-диспетчерской службы, многоэтажки отключили от тепла из-за поломки оборудования в котельной. Однако точных причин аварии никто не называет, как и сроки, когда возобновят теплоснабжение. То, что такого в регионе в отопительный сезон быть не может, всем ответственным лицам напомнил губернатор. Держите эту ситуацию на постоянном контроле. И, коллеги, не шучу, вот случаи есть в зимний период, какие-то районы будут жаловаться на проблемы или срыв отопления. Поверьте, эти жители будут перезимовывать в ваших кабинетах. Напомню, отопительный сезон уже начался во всем регионе, кроме Черноморского побережья, где еще держатся относительно высокие температуры.